Существует подкаст «Крепкий сон» с Джейми Дорнаном. В интервью Джейми признался, что ему тяжело засыпать по ночам. Джейми считает, что проект «Звуки сна» очень эффективен. Он признался, что целый день записывался в студии и рассказывал о далеких местах в мире, о мексиканском пляже или буре в пустыне. Джейми считает, что его голос оказывает снотворное действие. Последнее время Джейми тренируется в тренажерном зале. Всем спасибо за просмотр.